Здравствуйте! С вами интернет-магазин Азбука Инструмента, и сейчас мы рассмотрим компактный, но очень мощный аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DTD-146RFE. Этот инструмент предназначен для закручивания шурупов в древесину, пластик или металл. А его ударная возможность позволит вам делать это с невероятной легкостью при минимальной отдаче в руку. Благодаря мощному движку, который питается от 18-вольтовых литий-ионных аккумуляторов, скорость вращения достигает до 2300 оборотов и 3200 ударов в минуту. Его компактность, малый вес, прорезиненный корпус и встроенная подсветка – все это позволяет комфортно работать продолжительное время даже в темном ограниченном пространстве. Также имеется реверс вращения. Данный шуруповерт оборудован зажимным шестигранным патроном. Для удобной транспортировки во время работы имеется поясной крючок. В общем, это отличный инструмент, который идеально справится со своими задачами. Этот шуруповерт поставляется с двумя аккумуляторами, зарядной станцией для них, инструкцией и удобным кейсом с органайзером. Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita DTD-146RFE. Японское качество для вашего комфорта. Более подробную информацию о товаре вы найдете у нас на сайте в описании. А также сможете приобрести все расходные и сопутствующие товары в соответствующем разделе. Ну а мы, интернет-магазин Азбука Инструмента, желаем вам удачной покупки. Ведь мы – это ваш инструмент от А до Я.